Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех для вас, дорогие преосвященные владыки, отцы, братья, сестры, сердечно поздравляю с великим для града Москвы и Церкви нашим праздником. Мы молимся сегодня особенно перед Донской иконой Божией Матери, вспоминая все те дивные события, которые связаны с молитвой наших благочестивых предков перед этой иконой. И, конечно, особые были два события в истории народа, когда молитва перед этим образом спасла нашу страну. Первый раз это было в 1380 году на Куликовом поле, когда необходимо было дать решающее сражение тем, кто столетиями господствовал над нашей страной, кто оккупировал землю русскую, кто использовал ее ресурсы, разоряя материальную, но не только материальную жизнь народа. Потому что очень часто бедность сопровождается пороками. И то тяжелое время, когда долгие-долгие годы Русь была под иноземным игом, несомненно отразились на жизни людей. И вот в 1380 году князь Дмитрий Донской на Куликовом поле решается дать сражение тем, кто столетиями господствовал над нашей землей. Как свидетельствуют историки, сила была на другой стороне. И риск был огромный. Потому что, дав это сражение и не выиграв его, Русь была просто обречена на страшное уничтожение. Речь шла о том, быть или не быть стране нашей и народу нашему. И вот в 1380 году донские казаки на Куликово поле привозят ту самую икону, перед которой мы сегодня с вами молимся. И Дмитрий Донской, и воинство наше склоняют колено свое пред этой святой иконой. И все воинство, да, наверное, и весь народ тогда горячо молился пред этой иконой, мысленно или физически предстоя, чтобы решающая битва принесла победу Руси. И несмотря на превосходящие силы противника, несомненно, силой Божией, как и мужеством наших воинов, битва оказалась выигранной. Для Орды это было первое поражение, а для Руси это было свидетельство о том, что мы можем бороться с этим иноземным игом и имеем силу его победить. Ну и второе событие, связанное уже с городом Москвой. 1591 год. Хан Крымский Гирей стоит на Воробьевых горах. Соотношение защитников Москвы с этой Крымской Ордой несопоставимы. Наверное, хану Гирею и в голову не могло прийти, что этот, предстоящий его взору, город сможет дать какое-то сопротивление и тем более нанести какой-то ущерб его могучей Орде. Ну что же происходит здесь, на этом месте, где мы с вами сейчас стоим? Было совершено особое молебное пение перед Донской иконой Божией Матери. Все, кто только мог, пришли, чтобы помолиться и спросить ее помощи. Потому что ведь и москвичи сознавали, сколь велико различие в военных возможностях тех, кто смотрел с презрением
на наш град, и кто имел, конечно, все возможности разрушить Москву, изничтожить людей и на долгие, может быть, столетия вновь погрузить наше Отечество в рабство. Давайте поставим себя на место тех людей, москвичей. С какой же силой веры они пришли к этому образу? Как же просили они избавить город, а значит и страну, от этого нашествия иноплеменников, от разорений, от насилий, от грабежей, от пожаров, от смерти, от уничтожения страны? И что же произошло? Произошло чудо, в которое, наверное, никто из посторонних наблюдателей в то время не верил, да и которое и сегодня, наверное, люди, далекие от веры и изучающие историю того события, наверное, не очень могут рационально объяснить нашу победу над ханом Гиреем в 1591 году. Сегодня мы живем в очень рациональное время, когда большинство людей руководствуется в своей жизни не верой, не Божьими заповедями, а рациональным подходом. Вот это выгодно, это возможно, тогда так и надо поступать. Нравственные критерии поступков являются совсем не делом современной политики. Ну а разве что-то изменилось с тех давних времен? Изменилось качество вооружения, военные стратегии, но ведь молитва и вера, так же, как в те времена, является великой силой при одном только условии, если мы в это верим. Если мы сомневаемся, если мы тем более недоумеваем по поводу возможностей веры в Бога, то тогда никаких чудес не получим. Бог входит в человеческую историю. Он изменяет ее течение. Он входит в личную и общественную жизнь людей только тогда, когда мы с глубокой верой Его об этом просим. И вот сегодня наступили такие времена, когда мы особенно должны просить Господа о помощи Отечеству нашему. Потому что действительно происходит что-то, что напоминает борьбу добра с космическим злом. А почему мы так говорим? А потому что оправдание греха есть дело дьявольское. Дьяволу нужно всегда разрушить средостение между добром и злом, смешать понятия. И сегодня так ведь и происходит. Люди не различают, что есть добро, а что зло. А если к разрушению этого различия подключаются мощные пропагандистские силы, работающие на весь мир, то людей формируется такое мировоззрение, которое начисто мешает им отличить добро от зла. А ведь на это и делается ставка темной силы. Перестанут люди различать добро и зла. Все, они его. Без всяких компромиссов. А что мешает окончательной победе зла? Мешает Господь Иисус Христос. Его божественная сила, которая является в вере Его последователей, Его учеников. И покуда среди Его учеников и последователей будет храниться эта непоколебимая вера в то, что Господь есть Господин истории, в Его руках судьба всей Вселенной, и что вера в Бога является непременным условием, если хотите, выживание человеческой цивилизации. Вот если все это будет сохраняться, то будет сохраняться и род человеческий. И в этом смысле какая-то особая миссия сегодня
у нашей страны. Мы одни из немногих, кто называет зло злом, а добро добром, кто не дает возможность могущественным пропагандистским силам смешать эти понятия с тем, чтобы человек не различал, что есть добро и зло. И в самом деле появилось там, в тех местах, откуда исходят эти сигналы, такое понятие, страшное понятие. Нет добра и зла, а есть модели человеческого поведения. И каждый человек имеет право избирать ту модель поведения, которая ему подходит. А на вопрос, а если эта модель противоречит Божьей воле, Божьему нравственному закону, тому, которое Израиль обрел на горе Синай, тому, который был принесен миру Христом Спасителем, как тогда поступать? А в таких случаях люди воспитанные, интеллигентные улыбаются и не отвечают. А менее воспитанные и интеллигентные прямо говорят, что они о нас думают. Поэтому то, что сегодня происходит, это действительно часть очень важной борьбы, космической борьбы добра со злом. И вот дай Бог, чтобы молитвами святых угодников в земле нашей просиявшей, несмотря ни на какие соблазны, искушения, ни влияния, народ наш сохранил веру православную, веру в Господа и Спасителя, в покров Его Пречистой Матери, а значит и сохранил способность отличать добро от зла, а значит сохранять способность быть по-настоящему свободными людьми. К свободе вы призваны, братья, говорит апостол. Памятуя о всем этом, будем хранить веру православную, как величайшую святыню и драгоценность. А кто еще не в полной мере уверовал, призываю всех, наступили времена, когда нельзя делать вид, что ничего не происходит, когда нужно делать свой мировоззренческий выбор, от которого будет зависеть не только личная и жизнь того, кто делает этот выбор, но само существование нашего Отечества. Молясь перед чудотворным образом Донской Божией Матери, вспоминая великие героические события в нашей национальной истории, связанные с борьбой нашего народа за свободу, за независимость, с молитвами перед этим чудотворным образом, будем достойны наших великих предков. И в нынешних условиях будем также крепко надеяться на покров Пречистой Богоматери, также возносить к ее образу свою горячую молитву, также любить свое Отечество и также быть готовыми защитить его, если это потребуется. И верим, что Господь будет с нами. Потому что на нашей стороне правда. Кто-то может удивиться и сказать, а почему? Ответ простой. Потому что мы стараемся жить по правде Божией. По Божьему закону, по заповедям. Если по-человечески и по слабости когда-то нарушаем, то не отказываемся от этих заповедей как основного закона человеческой жизни. И покуда будет так, будет сохраняться Отечество наше, ну и, конечно, сохраняться независимость и свобода нашего народа. С праздником всех вас поздравляю!